Друзья, всем привет! Я нахожусь сегодня у музея пермских древностей. Сегодня у нас объявили день бесплатного посещения музеев. Все музеи в городе Перми бесплатны. Вон идет Кирюшка ко мне. Кирюша, помаши ручкой. Помаши ручкой. Да. Вот так вот, да, скажи. Всем привет, да? Да. Пойдем сходим в музей пермских древностей, ну а потом пройдем еще по другим музеям. Предлагаю всем совершить сегодня прогулку, экскурсию вместе со мной. Переключаю камеру. Мы находимся в музее пермских древностей. Здесь расположены различные экспонаты, в основном из периода пермского периода при раскопках. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим. Вот здесь у нас написано 2500 миллионов лет назад. Древнее. Эон, Архей. Идем наверх. Сегодня у нас в Перми, а может быть и по всей стране, день музеев. Кембрий. И поэтому сделан вход во все музеи бесплатный. Ордовик. Силур. Дирон. Вон наверх. Карбон. Пермь. Пермский период. Триас, Юрский, Меловой, Полиоген, Неоген, Четвертичный, вот такой динозавр. Мамонт, пересвежий. Ну и вот мы заходим непосредственно в саму зону музея. Сегодня, конечно же, здесь столпотворение. Ввиду того, что все бесплатно. Тут детские поделки, игрушки, динозавриков, что дети налепили. Но идем непосредственно к нашему пермскому мамонтам и динозаврам. Такого мамонтенка нашли, небольшого. Похож на мамонтенка из мультика «О поиске мамы», где поется песенка про маму. Вот такой мамонтеночек. А вот наш большой пермский мамонт. Вот такой вот он огромный. Древний бык. Кто это такой? Нигде не видно описание. А вот какой у нас тут есть динозавр. Вам там и так делать нечего,
маленькие динозаврики, о которых, видимо, пел когда-то младший Газманов. Вот тут птичка, древний попугай. Древние собаки, а может быть это кошки, такие мы были раньше. Вот такая милая киса, живая. А вот рыбка, или крокодильчик, может быть это был такой. Кирюша, тебе нравится тут? Yeah. Интересно смотреть на динозавров? Да, интересно. Древние кости. Вот так их находят археологи. Чистят щеточками, тряпочками, откапывают. Это кости шерстистого носорога. Вот такие вот караси раньше водились в наших реках. Драгоценные камни, руды, которые находят наши. Вот такие красивые камни. Красивые камни находятся у нас. Коллекция камней обширна. Очень красивые камни. Вот мы посмотрели первый музей, осмотрели музей пермских древностей. Сейчас движемся к следующему музею. Домной школы? Движемся к домной школе. Покажу вам сейчас нашу улицу, наш город. Итак, мы идем по улице Сибирская. Вот здесь сквер театральный. За деревьями проглядывает театр оперы и балета, куда в последнее время полюбил прилетать Роман Абрамович, смотреть спектакли наши пермские. Я думаю, прилетит. Здесь у нас на Сибирской в основном старые постройки. Почему? Рассказывай. Ну вот, Аня говорит, что здесь по Сибирскому тракту, раньше он назывался Сибирский тракт,
отправляли ссыльных в Сибирь. Поэтому у него такое название. И декабристов тут отправляли. Вот эта гостиница, отель, как он называется, я не помню. Центральная. Гостиница Центральная. Ее выкупил индус для своего сына. Вот посмотрите, какая она. Большая гостиница. И у одного богатого индуса сын приехал учиться в наш Пермский институт. Не помню точно какой, медицинский может быть. И его родители выкупили ему эту целую гостиницу, чтобы он жил здесь со своими приятелями, друзьями. Ну и так, мы переходим. Это новостройка. Идем дальше. Это уже абсолютно старая часть города. Выходим к Каме. Эти дома были построены, наверное, в 50-е годы, а может даже и раньше, в 40-е. Какие-то дома вообще с прошлого века. Вернее, даже с позапрошлого. Сейчас у нас 21 век, то есть это конец 19 века некоторые дома стоят. Конец 19 века. 1870-е, 90-е годы, 1940-е, 1950-е годы. Обветшалые фасады, падающая штукатурка. Это Пермь. А вот мы непосредственно уже выходим к самой Каме. Кама все ближе, уже видно. Так, вот он, скорее всего, вот это и есть дом Машкова. Сейчас мы посмотрим, перейдем. И мы хотим зайти в этот музей. Гастроном, мясная кулинария. Туда проходим галереи. Вот видим шпиль. Вот это вот шпиль галереи. Туда мы тоже сегодня хотим зайти. Ну а мы переходим сюда. Так, пойдемте побыстрее, красный свет. А, не побыстрее. Такое вот старинное здание, которое нам стоит показывать издалека. Это бывший губернаторский дом при царизме. Потом тут было, насколько я в курсе, пароходство при советской власти, при перевороте, после переворота, после восстановления капитализма. Здесь было, здесь чего только не было, и биржа в том числе такое. Вот такие вот удобные сделаны заезды в Перми для того, чтобы люди могли передвигаться с колясками.
Пируйся, держи. Пермь, все для людей. Ну а мы приближаемся к дому Машкова или Мешкова. Итак, вот мы подошли к дому Мешкова, Пермский музей. Давайте я покажу вам его снаружи. Это здание достаточно красивое, с хорошей архитектурой. Проводили полную реконструкцию этого здания капитально. Вот так вот оно выглядит. Ну а сейчас зайдем внутрь, и я покажу вам, как оно выглядит изнутри. Во дворе стоит здание, полностью все обветшалое, убогое. Если дом Мешкова реконструировали, обновили, привели в порядок, то вот это здание, вы видите сами, в каком ужасном, плачевном состоянии находится. Это Пермь. Так, ну вот мы подошли непосредственно ко входу в музей Мешкова. Вот, стойте, я вас тут фотку. Стойте. И чтоб мы будем заходить внутрь. Да. Покажу вам вид, который открывается с террасы. Терраса очень большая. Средства самого. А тут мы заходим внутрь. Да, не трогай. Вот так это выглядело. Лет 100, 200, наверное, назад. Музей. Ну, вот уже непосредственно сама экспозиция. Здесь различные медали Перми, Пермскому краю. Скульптуры.
Абзацы старинной работы. Шкаф, секретер. Жители Перми, известные люди в прошлом. Молот, обрезка листов кровельного железа на Добрянском заводе, конец 19-го, начало 20 века. Вот таким оборудованием обрабатывали металл в конце 19-го, начале 20 века. Это у нас паровая машина высокого давления. Скульптурные композиции. Рояль салонный. Николай Васильевич Мешков. Сельскохозяйственная утварь, костюмы. Thank you.
Интересные были плакаты времен раннего социализма. Старинная школьная форма. Первый авиадвигатель был собран на Свердловском заводе, на заводе имени Сталина. Раньше этот завод назывался завод имени Сталина. Потом при Хрущеве его переименовали в завод имени Свердлова. Это что такое? Ты русский не думал. Ты как? А из знания нашего мастера это все дело. Советская живопись. Не такие же. Болезненный костюм. В Пермское хореографическое училище славилось, да и сейчас славится, наша легендарная Сахарова, преподаватель. На этом стенде показан быт рядовой советской квартиры примерно 60-х годов, 50-х, 60-х годов. Поздний период социализма, горбачевские времена, развал Советского Союза. Ну а вот он, Ельцин, разваливший, подписавший указ о развале Советского Союза.
Ну вот мы и закончили осмотр экспозиции. Да. Ай, Кирюша, да. Папа Вова, да. Мама Аня, папа Вова. Ай, Кирюшка. Тебе понравилось тут? Да. Да. Ай, мой хороший. Вот мы гуляем, да? Ай, как хорошо. Ай, как хорошо. Куда пойдем? Пошли к маме. Давай к маме скорей. Пойдем к маме, Кирюша. Кирюша, нет, туда не надо. Пошли к маме. Пойдем скорей к маме, к маме, к маме.